Хочу сказать одно, что окончание Второй Карабахской войны для армянского народа – это большая, большая возможность. Я сейчас не буду растекаться мыслью по древу, но для нашего народа это большая возможность начать совершенно другую жизнь, сбросив вот этот груз, совершенно ненужный груз чужих территорий. Слава Богу, что все завершилось. Я хочу сказать вечная память всем погибшим и азербайджанцам, которые защищали свое государство, и армянам, которые погибли, и те, которые пошли добровольно. Они тоже были уверены, что они защищают свою землю. Знаете, простому народу очень трудно разобраться, где правда, где ложь. Этот процесс долгий. Вот те, кто погиб, к сожалению, уже не имеют такой возможности включиться в этот процесс. И я хочу сказать, что несмотря на то, что армянская история, к сожалению, мы ее знаем совершенно не такой, какой она была на самом деле. Несмотря на то, что не было никакого государства армянского, никакой великой Армении не было. А люди, которые шли и рисковали жизнью, я имею в виду армян, которые воевали там, на чужой территории, да, на чужой. Но они были уверены, что это дело защиты их родины. И они не виноваты были в том, что они заблуждались. Виноваты те, кто внушил, поселил в их головах и сердцах эту ложь. И те люди, которые способны рисковать жизнью и отдавать жизнь за такое дело, за землю, которую они считают своей, это все достойные люди. С обеих сторон, и с армянской, и с азербайджанской, было очень много достойных воинов. И я желаю обоим народам это понять и признать. А историческая справедливость – это вопрос, который нужно отделить, разобраться в нем. Вот. Я поздравляю азербайджанский народ с тем, что он смог восстановить свою территориальную целостность. Я поздравляю армянский народ с тем, что у армянского народа сейчас начинается уже совершенно другая жизнь, другой период в истории. И я надеюсь, что большинству армян удастся еще при жизни разобраться в том, где правда, а где ложь. Обещаю приложить к этому все силы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить актуальную информацию.